Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Давайте выполним упражнение номер 94 на странице 37. Рабочей тетради по математике для 3 класса автора Маро. В этом упражнении мы должны вставить вместо клеток пропущенные числа. К 7 мы должны прибавить какое-то число, разделить полученный результат на 8 и получить 2. Ну, чтобы узнать, какое число должно быть получиться в скобках, мы должны 2 умножить на 8. Это получится 16. Значит, в скобках у нас должно получиться 16. 7 плюс 9 равно 16. 16 разделить на 8 равно 2. 19 плюс какое-то число мы должны разделить на 9, должно получиться 3. 9 умножаем на 3, получается 27. Значит, в скобках должно получиться 27. 19 плюс 8 равно 27. Разность неизвестного числа и 4 нужно разделить на 7, и получится 8. 7 умножаем на 8, получается 56. В скобках должно быть 56. 60 минус 4 равно 56. Делим на 7, получается 8. Разность чисел 42 и неизвестного числа умножили на 5 и получили 30. 30 разделить на 5, получится 6. В скобках должно получиться 6. 42 минус 36 равно 6. Умножаем на 5, получается 30. 54 разделить на разность неизвестного числа и 7, получается 9. 54 разделить на 9 равно 6. В скобках должно получиться 6. 13 минус 7 равно 6. 54 разделить на 6 равно 9. Разность неизвестного числа и 30 умножили на 6, получили 54. 54 разделить на 6 равно 9. В скобках должно получиться 9. 39 минус 30 равно 9. 9 умножить на 6 равно 54. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.